Здравствуйте, глубокоуважаемые любители летных видов спорта. Ну и, собственно, планерного. 90 градусов у нас боковой ветер по полосе, попутно-боковой. Хотелось бы вам показать посадочку с попутно-боковым ветром, раз уж пошла такая, как говорится, будет непросто. Видите, там 90, и ветер достаточно сильный. 31 км в час, это не помню сколько метров в секунду. Шасси выпущено. Рацию проверить, частота стоит нормальная. 123 500. Хорошо. Поехали. Проверяю воздушные тормоза. Вот они у меня. Прокачиваю. Оп. Убираю. Закрыл их на шестую позицию. Все, мы от второго к третьему. На нем доклад. Сэр Лоботенди, Виктор Даувинд, Лендингтон, Саус. И еще раз проверяем вечер. Все хорошо. И передаю своему коллеге. Заходим на посадку. Значит, от второго к третьему проверили еще раз шасси. Доклад мы сделали. Так как попутная составляющая, делаем некоторый зазор себе на то, что ветер может подуть попутно. Он тем более по прогнозу был северный. Сейчас нас очень быстро от второго к третьему закинет, поэтому я немножечко еще отворачиваю. И делаю третий разворот. Интерцептор выпущен где-то на треть, скорость 120. Видите, как несет быстро от третьего к четвертому. Выполняю разворот. И сейчас, смотрите, будет интересный момент. Насколько нос будет планера отвернут в сторону ветра. Видите, наискосок фактически летим. Полет так называемый крабом. И такой конфигурации я планер подведу практически к полосе. И перед касанием дам ногу левую. Вот сейчас даю левую ногу, по оси выравниваю. И вот мы коснулись. И все. Распугивая птиц. Учимся. Который справа. Мне пришлось полностью выдавить левую ногу. Вот в чем опасность этого бокового ветра здесь. И представляете, если бы победил, мы бы тогда бодренько доехали до края. Покажи край. О, и туда пропасть. И теперь на прицеп давайте. Будем подбежать к домику, как обычно. Боже, не доедем. Позор. Доедем. Обычно позор. Нет? Доедем. Доедем. Ну, криво доехали чуть-чуть. Ничего, поправим. На самом деле, Так, что это было? Я же в первый день говорил. Вот так фонарь очень легко отламывается. Да, я понял. Поверь мне. Чуть-чуть сильнее. Еще ветер бы помог, и все, и фонаря бы мы лишились. И все, и отлетались до конца. Потому что от коронавируса в Германию на ремонт не съездишь. Фух. Итак, друзья, вы видели посадку при боковом ветре. Достаточно сильным. Повторю, что основная опасность – потеря направления движения, когда планер, как флюгер, пытается развернуть на ветер. И в нашем случае, так как ветер западный, нас пыталось развернуть, ну, там не пропасть, там перепад 30 метров, где-то горочка, такой достаточно резкий обрыв. Но мало бы не показалось. Поэтому правило какое? Заход на определенной скорости, движение на этой скорости, стабилизация планера, и потом сброс скорости, попытка прижать, в данном случае у нас заднее колесо. У кого нет заднего колеса, прижимают пятку. Важно быть начеку и быть готовым полностью дать. Вот я педаль продавил полностью левую, чтобы нас вправо не завернуло. А еще веселее, вот видите домик там. Вот если наоборот дует восточный ветер, то был случай у моего учителя Клауса Ольмана, когда его в этот домик развернуло на штемме. И последний шанс, как говорится, в этом случае, это уронить крыло планера в землю. То есть Клаус воткнул крыло от штемя в планету правое, и его от этого домика отвернуло. Ну и потом он его поднял и поехал дальше. То есть вот еще такой способ есть. Но он опасный, потому что можно воткнуть и уйти на циркуль. И тогда тебя там на скорости закрутят, хвост отлетит. В общем, ужас.
Ну, у нас, как видите, все хорошо. Так что до новых встреч. Садитесь, приземляйтесь безопасно. Эй!